из Вестерн Австралии, мы въезжаем на Бруклин Файнери. Красиво, красивая природа, желтая вся, настоящая осень. Осень, как в России. Только в России сейчас весна, а в Австралии осень. И вот такой красивый въезд. Вот мы остановились на этой небольшой вайнере. Она на самом деле небольшая по сравнению с предыдущими Бруклин Вайнери. И здесь есть флют-ресторан. Пройдем к ресторану, посмотрим. Может, протестируем вино. Красивенько вокруг. Я так думаю, что ресторан вот там. Я хочу немножко к мосту спуститься. Тихо, спокойно здесь. Здесь такие нежные цветочки. Фиолетовые. Вот это название Бруклин Файнери. Розмарин. Я думаю, что это за такие фиолетовые цветочки? Розмарин. И он дал мне понюхать. Красиво. Да, запах от розмарина такой идет. А виноградники вот там. Yes, very beautiful garden. Красивый сад. Такой village style. Красиво. Вот tasting room, где можно попробовать венцо из винограда, выращенного в этой долине. Мы пройдем сначала к ресторану.
речку видно. Сейчас я на мостик на этот пройду. Ресторан здесь. Ресторан с террасой на водоем. Красиво. Лес. Лебеди. Лебеди здесь. Смотрите, какая красота. Такой мостик. И лебеди, черные лебеди. Красота. И вот сейчас я повернусь. Вот терраса ресторана на этот водоем с лебедями. Ой, красиво. Вот терраса этого ресторана. Флюц, флейта. И здесь вот мальчик на флейте играет у водоема. Такого красивого, с черными лебедями. И вот здесь вот растет, по-моему, лаванда. Это вход, вот этот ресторанчик. Там такая небольшая зона outside. Здесь меню. Okay, cool. Thanks a lot. Вот так выглядит ресторан. И мы возвращаемся в Тестинг-Рум. Правда, подъехал туристический автобус. И сейчас очень-очень много людей. Возможно, я только посмотрю. Не буду ждать, чтобы попробовать. Здесь шоп с винирами, различными джемами.